Всем привет, друзья, с вами Брайан. Скоро очень крутой день, 1 сентября. Ладно, шучу, я просто до сих пор не могу смириться. В честь этого я решил записать видео, но хочу сразу сказать, что оно получилось таким же унылым, как и само 1 сентября. Я просто решил поэкспериментировать над жанром и снять вот такое вот нестандартное для моего канала видео. Хотя, даже стандартное. Немного стандартное, но немного, может, нестандартное. Но все же есть немного, что стандартное. В общем, надеюсь, она вам понравится и приятного просмотра. Как подготовиться к контрольной работе за 5 минут? Все, пора готовиться. Итак, физика, параграф, номер... Всего лишь 4 часа дня! У меня есть дела поважнее уроков, поэтому интернет, я иду. Заварю-ка я чай. Так куда бы его поставить? Может быть, на физику? Да, физичка все равно меня ненавидит. Ну а чё, она сама села на мою кнопку, я не виноват. Ну что ж, а теперь... Сериалы. Грустные сериалы. Страшные сериалы. Видеоигры. По-моему, на улице стало темнее. Надо начинать готовиться. Какие там параграфы? 2 параграфа? Почему так много? Задала бы еще 100-500 параграфов. О, кстати, а почему бы не... Здорово. Так, вот теперь точно начинаю готовиться. Параграф 68. Страница первая. Вторая. Как вам, кстати, мои зеленые носы? Третья. Ну, наконец-то. Следующий параграф. Страница 1. Страница 2. Интересно, у физички теперь болит жоп. Так, ладно, на чем я остановился? Страница 3. Наконец-то я готов. Чувак, я выучил эту физику, пошли гулять. Но алгебраичка хотя бы норм. Если, конечно, не считать ту ситуацию с корректором на юбке. Поэтому из 10 номеров я сделаю 5. Первый номер. Второй номер. Третий номер. Так вам понравились мои зеленые носочки? Перерыв. Привет, я Даша. А я башмачок. Четвертый номер. Кстати, а сколько время? Ну а что, вполне нормальное время. Вроде. Пойду поем. Чтобы поесть, хочется нормальной еды. О, кириешки! Блин, теперь у меня грязный рот. Чем бы вытереть? Найти бы какую-нибудь ненужную фигню. Блин, это же тетрадка. Ой, да насрать. Только теперь все в крошках. Ну и ладно. Скажу, что это капельки пота, которые капали из моего лица и в итоге зажарились, пока я делал эти гребаные номера. Думаю, правдоподобно. Фух, ну что ж, это было ДЗ. А теперь подготовка к контрольной. Ну что ж. Параграф 15. Числовую последовательность каждый член, который, начиная со второго, равен сумме предыдущих. Если вам все же понравилось это видео, то поставьте палец вверх и напишите в комментариях. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. На этом все, с вами был Брайан, до скорой встречи, пока!